Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «Деревенская жизнь с нуля» в гостях у Елены. Я приглашаю в гости всех овощеводов для того, чтобы сделать обзор собранного урожая сладкого перца. Это урожай 2023. Это не единственный урожай, безусловно. Сейчас, сегодня на дворе 10 августа. И это не первый сбор урожая, вы, конечно же, все понимаете, мы кушали, наслаждались, и еще урожай будет не один снят. Я планирую так посмотреть, я посмотрела уже потенциал, когда, чего, соберу еще два урожая. Поэтому, дорогие друзья, я вам показала уже два видео, по полчаса каждое видео, две части обзора на кустах их. К каждому сорту подходила и рассказывала, свое мнение говорила и потенциал сорта. Поэтому, дорогие друзья, вот столько у меня на готове перца сладкого, чтобы собрать семена для вас самые лучшие. Посмотрите, какая красота и вкуснятина, какие же они огромные. Они есть разные по названию. И поменьше, и побольше, и толстостенные, и не очень. Посмотрите, какие перцы шикарные. Посмотрите, какие огромные перцы. Посмотрите сюда, какой перец. Опа! Во, ребят, это нечто. Это сорт от дедушки из Орудева. Шикарный сорт. Посмотрите, Денвер, какой сорт шикарный. Вот, огромный, классный. Перцев было очень много. Я посынковала, убирала лишние, потому что собираюсь уезжать. Посмотрите на грузинский нос, какой он шикарный. Он не тонкостенный, как вот некоторые бывают, вот такие длинные перцы. Он для паприки очень хорош, а жарить на гриле вы просто не представляете, какая вкуснятина. Огромный перец, длинный, до 30 некоторых сантиметров доходят. Вообще шикарнейший перец. Всем, дорогие друзья, советую. Я сейчас не буду по сортам сразу, потому что все эти сорта будут в каталоге обязательно. По названиям и с описанием переходите по ссылке в каталог, выбирайте, смотрите, наслаждайтесь. Вот такой урожай. Этот год был очень тяжелый для всех садоводов, огородников. 2023 дождливый, морозный, потому что в июне даже был мороз. Перцы стояли, не росли. Все, конечно, переживали, но, слава Богу, я сумела вырастить, Бог помог. Вот такой шикарный урожай. Это не единственный, да, естественно, сегодня 10 июня. Ой, простите, августа, если бы 10 июня. И это не первый сбор, еще соберу два сбора, по моим подсчетам, еще будут спеть. Сейчас у нас жара пошла, слава Богу, 30 и 32, и все начинает поспевать здорово. Поэтому, дорогие друзья, будем благодарить все Бога за этот год, что он заканчивается вот так хорошо, таким жарким, теплым летом. Все цветет, все благоухает, все наливается, все поспевает. И за это нашему Богу огромнейшее спасибо. Дорогие друзья, я оставлю ссылку обязательно, чтобы вы могли пройти на видео в YouTube. Это если я выложу вот этот кусочек видео в ВКонтакте, а если я выложу это видео в YouTube, то вы сможете перейти в ВКонтакте. Да, тоже будет ссылка на контакты в YouTube, чтобы посмотреть и то, и это видео, и выбрать семена, и перейти даже в каталог, и все-все-все, дорогие друзья, вот так вот много я вам рассказала. Благодарю всех, кто со мной был, кто смотрит мои видео, кто поддерживает меня. Желаю вам всех благ, мира, счастья, любви, добра. Пусть Господь благословит нас и на следующий год, если на то его будет воля. И мы обязательно, труженики и труженицы, соберем еще урожай. Вот таких замечательных сладких перцев. Обязательно пишите, заказывайте, я вам их вышлю с любовью. И пусть они радуют вас, пусть они потом растут в ваших тепличках. И вы будете наслаждаться, лакомиться такими конфетками, потому что они сладкие, как мед. Всех благ вам, дорогие друзья. Пока-пока.